Помпел. Вот я вот там. Просто я говорю, что вот там. Мы же на СНМ сейчас едем, просто я имею в виду. Вот там я. Она вот там встретил праздник. Вот, вот. Тут здесь. Ладно. О, арбуз продают, смотри, вон, выпуски. То есть Нью-Йорк Сити. Ну, типа, как-то пускай. А вот здесь общак, вот здесь. Меня спросили, Жек снимал. Кому концерт, ну, пиздец. Жек снимал. Деньги. Просил вернуть. Который, причем, Жека устроил. Я как раз стал проигрывать. Там класс, пиздец. Поскольку мы по-прежнему сталкиваемся с проблемами пандемии COVID-19, доступ к недорогой медицинской помощи важен как никогда. Вот почему важно, чтобы вы знали об NYCCR, программе доступа к медицинскому обслуживанию, доступной в учреждениях NYC Health and Hospital. Услуги предоставляют людям большую плату или бесплатно, независимо от вашего инфекционного статуса или платежеспособности. Вам будут доступны услуги врача, недорогие лекарства, рецепты, стандартные анализы, вакцины и многое другое. Чтобы узнать больше, звоните 646-692-22-73 и записывайтесь. Или посетите nyccare.my. На стенах нарисую. Пиздец, так не бывало. И эти ступени туда, и там вот дядечка открывает дверь. Там пиздец. Где я хожу, смотрю, там с другой стороны дома, подвале, а там еще будет на второй этаж. И там дохуя этих комнат, у каждого своя. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио. Я хочу там снять. Жека, там уже 500 долларов здесь. Там понедельник здесь зашло. И вернуть старое. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Наргиз кафе. Кафетерия Наргиз. Время и выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005. Все, в Наргиз заходили. Там у меня как раз деньги очень много. И времени не было. Я потом пахал там нормально. А мне нравится там на брейке сюда. Не плитный, а пицца. Я вам сок репери барман работал на Ну, я начинал. Я начинал вообще спать по интерзавансе. Сейчас на вечеринку. Сам ваш таксак. То, что если говорить про работу, я начал с того, что я начал читать книги. Я идеи барман не успел закончить за 2 дня. Там за нет. По 200 долларов. А так я сам. Сотник в отеле. Ходил в Микерс, когда он уже в салоне.